Всем привет! Сегодня наш видеообзор будет посвящен подростковым сноубутам Columbia. Моделька называется Rope Tow 3. Это сноубуты для мальчика. Температурный режим минус 32 по Цельсию, минус 25 по Фаренгейту. Это очень теплый водонепроницаемый ботиночек. Имеет шнуровку с фиксатором, которую достаточно легко затянуть, даже для ребенка. Эта моделька отлично подходит для зимних игр и прогулок, как пишет производитель. Система OmniGrip подошва, колошка TechLite. Идеальный как сноубутсы, имеющие легкий вес и при этом достаточно теплые. Полностью водонепроницаемая, плюс полиуретановое покрытие, плюс синтетический нейлон. Теплоизоляция 200 грамм. Размер этот 5, подростковый, евро 37, на наш размер 36, подростку на стопу до 23 сантиметров будет идеально. Цена их $60, сделаны они во Вьетнаме, и на вид они достаточно классно смотрятся, поэтому если вы присматриваете, можете смело покупать. В принципе, все, что я хотела рассказать, подписывайтесь на мой канал, до встречи, пока!